наши следы не найдешь. Их дождь осенний смоет или успеет снегом донести. Расстаюсь спокойно и без боли. Нами верности любви не дан обет. А в душе одно разочарование от своих несбывшихся надежд. Налила в кувшин старинный свежего вина, чтоб испить с тобой, любимый, крепкого до дна. Улететь в дурмане сладком в райские сады, чтоб во всей вселенной этой были б я и ты. Как сосуд с нектаром хрупким полным донести, не разбить, не расплескать, сохранить в пути в грезах о любви виноградный сок на устах твоих росой сладкой сох. Спасибо. Ну и песня «Аккоштар», слова и музыка Альфии Агеевой. Исполняет Гульчача Галямова, аккомпанирует Талгат Хасен. Сколько мы варьировали, общались, разговаривали.
Вот тот тщательный подбор, кому, какую песню петь. Спасибо за эту песню. Мне эта песня действительно наша. Спасибо. Понравилась песня? Очень-очень. Ну, следующий дуэт, который уже полюбился. Из Тарматыша словами Галямы Агеева, музыка Альфии Агеевой исполняют Каримова Арсен и Луиза. За чьей? Сколько она пережила, и мы вместе с ней вот в этих песнях. Ты настоящая, ты искренняя, и мы тебе желаем творческих успехов, чтобы ты вот сейчас, как может быть, маленький цыпленочек, но чтобы ты была лебедем, как говорится, чтобы твои труды, твои стихи, песни тебя сделали большим человеком. Мы тебя очень любим. Спасибо. Спасибо. Ну, мы продолжаем цикл о любви. Любовь не только к мужчине, не только к женщине, но, естественно, к родине. Частицу Башкирии, частицу нашей любви сегодня представляет Азат Гафуров, Азат Маратович. Пожалуйста, Азат Маратович, мы очень рады, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что...
сегодняшним вечером. И я еще раз готов подтвердить и еще раз говорить, потому что я уже здесь на предыдущих вечерах выступал и говорил об этом, о том, что когда Альфия Галевна к нам пришла в полномочия представительства Республики Башкортостан в Москве и предложила вот такое литературно-музыкальное творческое объединение СССР, я только поддержал, и, в общем-то, я всегда и везде всегда говорю о том, что тяжело сверху подстегивать или подталкивать людей к чему-то, и потом после этого еще ждать от него что-то такое большое или расцветающее. Это должно идти снизу. И вот когда человек приходит со стороны, приходит предлагать какие-то идеи, нам, полномочного представительства, мы всегда готовы поддержать и поддерживаем. И я очень рад, что Альфия Галявна вот со своим творческим объединением СССР, они заняли свою очень уникальную нишу в башкирском землячестве Москвы, потому что такого у нас нету. И я с удовольствием наблюдаю, что и вижу, вот приходят зрители, я вижу уже постоянных зрителей, наших единомышленников, и каждый раз вижу уже и новые лица. И это очень хорошо. Почему? Потому что вы существуете всего лишь полтора года официально, да? И я надеюсь, у вас дальше будут расти зрители, будут расти у вас единомышленники. У вас очень хорошее направление, у вас очень хорошие единомышленники. Я вот уже хорошо знаю Алсу, с наслаждением наблюдаю за ростом Ринаты Бадамшиной. У вас Гульчачак и Талгат — это вообще ваши бриллианты, с удовольствием. А сегодняшнее открытие, вот Каримова, это вообще большое удовольствие. И каждым разом, когда приходишь к вам, вот такое каждый раз какое-то новое и новое впечатление, новое и новое открытие. И вы, это в этом, я понимаю, это ваша заслуга, и вы молодец. И я желаю вам дальнейшую вот эту посильную работу энтузиаста, такого подвижника нашей башкирской культуры в Москве продолжать, а мы в свою очередь будем вас активно поддерживать. Вот. И более того, я еще раз говорю, еще раз надеюсь, что мы поддержим вот книгу вашу.